Ход строительства объектов образования в Одинцовском округе обсудили на еженедельном совещании главы муниципалитета, секретаря местного отделения «Единой России» Андрея Иванова. В сентябре откроется рекордное число новых образовательных учреждений – 4 школы и 3 детских сада. Еще в 2 школах и 1 садике проводится капремонт. Кроме того, в 16 образовательных учреждениях идут текущие работы, а также благоустраивается территория.